Спасибо, что вы не испугались капризов погоды и пришли на открытие нашей новой сценической площадки, которая называется «Летняя академия». Мы строили ее все вместе, и она здесь теперь стоит благодаря совместным усилиям разных организаций ИДК Академии, Общественного фонда «Академгородок» и администрации Советского района и разных бизнесменов. Ну а построили мы ее, собственно, для чего? Для того, чтобы мы могли здесь все с вами собираться, чтобы мы могли
участвовать и слушать разные концерты, какие-то культурные мероприятия, театральные постановки смотреть, и чтобы мы могли дискутировать и общаться на интересующие нас темы. Ну, а самое главное, чтобы мы с вами могли общаться, чтобы мы могли разговаривать, знакомиться, обмениваться нашими с вами идеями, придумывать что-то новое и делать для нашего академгородка, чтобы жизнь была более интересной, более приятной. Я думаю, что наша площадка будет жить и развиваться. Ну а сейчас мне хотелось бы сказать несколько слов о том, кто, собственно, эту площадку сделал, и это будут слова благодарности. Во-первых, я хотела бы сказать большое спасибо Николаю Скороходову и группе компании Holiday, потому что они профинансировали строительство этой площадки замечательной. Также большое слово благодарности Сибирскому центру содействия архитектуре и лично Татьяне Иваненко, она сегодня с нами, я очень рада, что она с нами, потому что это те люди, которые построили нам эту площадку в совершенно очень маленькие сроки и за очень небольшой бюджет. В общем, они действительно молодцы, и им большое спасибо. Спасибо администрации Советского района ДК Академии также, потому что они поддержали как бы эту идею и нам помогали кое в чем. Спасибо Закиру Умарову, его строители строили эту площадку. Завод «Лампирис» и «Лев Бугейм» сделали вот такую замечательную красивую вывеску бесплатно. Спасибо также Латифу Сатарову и кафе «Travelers Coffee», потому что мало того, что они сегодня нас все угощают, «Travelers Coffee» будет оплачивать небольшие гонорары тем исполнителям, которые будут на нашей площадке выступать. Это тоже важно, потому что исполнители все-таки это их труд, и замечательно, что есть возможность им скромно, но оплачивать. Я хочу также поблагодарить Юлию Черную и Софию Гергерт. Они администраторы этой нашей новой площадки. Они занимаются тем, что договариваются с конкретными исполнителями и тем, чтобы все было вовремя, чтобы все знали о том, какие здесь будут мероприятия. Ну и еще несколько благодарностей. Это в адрес Сергея Шабалина и лаборатории современной музыки, которые курируют у нас на площадке музыкальный репертуар. Также спасибо Юлии Чуриловой и Союзу театральных деятелей города Новосибирска. Они курируют театральные постановки, которые будут у нас идти. Ну и еще раз спасибо Сибирскому центру содействия архитектуре, которые будут курировать проект. Он стартует на следующей неделе. Это проект «Городские среды». По средам вечером, по средам, мы будем разговаривать на тему того, как сделать город уютным, приятным для горожан, как сделать его благоустроенным. Ну, ближайшее мероприятие будет вот в эту среду. Так, секундочку. Собственно, вот помимо того, что я вам уже рассказала, на нашей площадке также мы планируем проводить поэтические вечера. У нас есть в Академгородке замечательные поэты, которые будут читать их стихи. Геннадий Мартович Прошкевич вызвался вести это мероприятие, за что ему спасибо. Мы планируем также здесь смотреть кинохронику Академгородка. У нас есть несколько замечательных фильмов, которые мы хотим вам показать и обсудить эти фильмы. И у нас есть еще проект, который мы совсем недавно придумали. Называется он «Городок читает». Это когда мы здесь со сцены будем читать произведения разных авторов. Ну а начнем мы с Салтыкова-Щедрина. Я думаю, что это будет через неделю. Ну вот, собственно, это все, что я хотела вам сказать. Я прошу, если есть возможность, давайте мы похлопаем тем людям, которые приняли участие в том, чтобы эта площадка у нас здесь была. Да, большое спасибо этим людям. К сожалению, не все из них смогли прийти, но, может быть, у них будет видеозапись сегодняшнего мероприятия, и как-то им будет приятно. Кстати говоря, у нас есть группа в Фейсбуке и ВКонтакте. У нас сегодня есть фотограф, который будет что-то фотографировать, будет выкладывать в эту группу. Ну, вы также, если у вас есть ваши фотографии, можете там их размещать для всеобщего пользования. Ну, и в этой же группе будут все анонсы будущих мероприятий.